Казахстана. Дарига Назарбаева была депутатом Нижней палаты парламента Казахстана, занимала пост вице-председателя премьер-министра республики. С 2015 года она является депутатом Сената Казахстана. Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, однако, по сути, власть он сохранил. Это просто смета. Такое мнение высказал директор группы оценки риска. Времени остался, потому что в своих руках сохранил все существующие.